Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США. Глава Roger Holdings Inc. Jim Rogers увеличил объем краткосрочных рублевых облигаций после того, как США 6 апреля расширили санкции в отношении России. Инвестор пояснил свои действия тем, что цены на нефть сравнялись с уровнем 2014 года. Об этом пишет Bloomberg. Цены на нефть выросли, обстановка улучшается, санкции не будут длиться вечно и не будут иметь такой уж разрушительный эффект. Многие страны не обращают внимания на ограничения в отношении России, пояснил Rogers. В конце марта инвестор заявил, что покупает российские долговые бумаги на фоне повышения суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного, а также с расчетом на их будущий рост. Однако в начале апреля Вашингтон расширил санкции в отношении Москвы, что привело к обвалу рубля. Rogers тогда заявил, что рубль находится под давлением из-за ограничений. Это то, как люди оценивают эту неделю, это краткосрочная вещь, и она не будет иметь большого эффекта в долгосрочной перспективе, сказал он. Министерство финансов в США 6 апреля обнародовало новый санкционный список. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры и чиновники, в частности, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов. После введения ограничений обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года. Обвал рубля прервался в апреле на фоне роста цен на нефть Brent. Ее стоимость продолжила расти и 17 мая впервые с 25 ноября 2014 года преодолела отметку в $80. Перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.